Когда я учился в школе, было у нас 5 ребят. Это были крутые ребята. Они играли музыку, общались с девчонками, их все любили. Однажды один из них услышал, как я играю на гитаре. Он решил, что я неплохо играю, и захотел собрать группу. В нее входил он, двое других крутых парней, и я. Я немного нервничал. Я думал, раз я играю в группе с крутыми парнями, я тоже стану крутым парнем. В течение года я играл в группе с крутыми парнями, обедал с крутыми парнями и проводил субботние вечера с крутыми парнями. Но потом я понял, что они еще те сволочи. Они постоянно надо мной издевались, говорили, что мне надо спортом заняться и в солярий сходить. Через какое-то время я перестал пытаться стать крутым парнем. Я ушел из группы, а они собрали другую группу, в которую входили только крутые парни. Всем нравилась их музыка, они стали королями школы. А я старался не расстраиваться. Твердил себе, что это всего лишь школа, и после ее окончания мир будет жесток к крутым парням. Прошло несколько лет, я совсем забыл о крутых парнях. Однажды я узнал, что они дают концерты в барах и клубах Бостона. Я пошел на их концерт, и там была целая толпа их фанатов и все такое. Я пошел к ним поздороваться. Вскоре мы опять начали вместе тусить, ведь мы все повзрослели. Сначала они ко мне были добры, но очень скоро опять начали надо мной издеваться. Однажды я вдруг понял, что я таскаю их усилки, пока они общаются с поклонницами. И тогда я решил, что крутые парни мне не нравятся, и я прекратил с ними общаться. Так вот, они стали королями Бостона, как когда-то были королями школы. Всем нравилась их музыка, у них были толпы красивых поклонниц, но на этот раз меня это не волновало. Я выше этого, и это все в прошлом. Серьезно, я спокойно к этому отношусь. Честно, меня это не беспокоит. Богом клянусь.